На минувшей неделе в городском округе Мытищи было зарегистрировано 129 ДТП. 4 человека получили травмы. Основная причина аварийности – неблагоприятные погодные условия. Так, 20 января на 8-м километре Осташковского шоссе водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двумя автомобилями. Где совершил столкновение с автомашиной «Луидор» под управлением водителя 1993 года рождения, после чего совершил столкновение с автомашиной «Хёндай Элантра» под управлением водителя 1990 года рождения, которая также двигалась в встречном направлении. В результате столкновения транспортных средств травму головы получил пассажир автомашины «Хёндай», мужчина 1986 года рождения. Также произошло 3 наезда на пешеходов. В одном случае причина в невнимательности водителя, в другом – переход в неположенном месте. В результате наездов пожилые мужчины и женщины получили серьезные переломы и были госпитализированы. Уважаемые пешеходы, не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь в безопасности перехода. Ни в коем случае не переходите проезжую часть в неположенном месте, ведь ценой такого поступка может стать ваша жизнь и здоровье. Уважаемые водители, помните, что залог безаварийной езды, соблюдение скоростного режима и выполнение требований дорожных знаков и разметки. Особую внимательность и осторожность следует проявлять в сложных погодных условиях, при выпадении осадков и в темное время суток. Помните, вы несете двойную ответственность не только за себя, но и других участников дорожного движения.